У меня из-за скилла минус 778 тысяч. Выписали. Да. А погоди, нет. Все, я пошел, меня ждут ребята же, блядь. Все, пока, давай. Давай. Дрона. Ты где там? А вон ты есть. Про Колю говорил там? Че? Я про Колю говорил. Ну, я понял. Когда несколько раз подряд нажимает, у него типа, да, это... Трейлер, типа, влево-вправо. Ай-яй-яй, Ваня. Так это он меня подрезал, пусть гуляет. Внимание, три встречки на встречу. Боже, бедная фура. Было бы странно, если бы три встречки было по пути. О, контакт. Бери груз и вставай. Ща полетит. Ой-ой-ой. Ща полетит. Повезло. Нет, нормально, кстати. Ну как, я обычно всегда уезжаю на несколько дней, а оказывается, блядь, на неделю. Сейчас вроде как уже железно решено, что в субботу вечером я буду, блядь, в Москве. Сидеть в папке, блядь, и пить вино. Ну, второе под вопросом, потому что сейчас отношения с друзьями так себе, и меня особо не поставляют. И даже те типы, которые мне подкидывали, винишко там, проблема. Что случилось? Над образным перекрестком поворачиваем налево. Осторожно! Да. Успели там затормозить нормально? Да нормально, в отбойник. Так, впереди круговое движение. Ага, все, развесло. Выехали с компании, повернули налево. Жалко, что я ушел. А что ты хотел? Пообщаться с ним. А, ну я знаю ваше общение. Да. Так, тут Шкода навстречу едет аккуратно. Так, останавливаемся, впереди перевернутая попутка. Дорога перекрыта полностью. Встречка аккуратнее. Именно прям встречка. Встречка. Аккуратнее. Второй раз уже, блядь. Я бы это делал. Ну, так, так ручную, блядь, уменьшил и сделал из него пингвин. И потом добавляй как слой. Боже, лох с двойной сцепкой залетел в компанию, застрял. Чуть на бок не лег, придурок. Эвок. Все понятно. Как это символично, однако. Прикольно. Ну, вроде видим вас. Вроде догнали. Пошли левее. Так,
план забыл. Бам. Так, в правой полосе лежит перевернутая попутка. Женили. И где он? Как ты? Ты же спереди ехал. Дойти. Я просто, блин, боюсь, знаешь, что как будто кто-то не прогрузился здесь. Хм. Впереди круг, на нем сижаем на первом сезе. Дурачок. Останавливаемся. Не голубой. Чё-то на белой скамье, да. Сильно ты там едешь, нет? Догоняю. Давай. Подрезал. Вы его выпихнули, а потом она остановилась. Хорват, что ли, вот этот? 750 этот, головастик голубой. Он прям вообще неадекватно едет. Развязку прошли прямо. Привет. Ведущий, разрешите на место вернуться. Разрешаю. Ой, смотри, он максимально неадекватный. Развязку проходим прям, я видел. Если все, возможно, будут тормозить. Аккуратнее. Нет. Ну ты видишь, да? Да. Больной. Это что он такой из... Мы Т-образным с компанией поворачиваем налево, заезжаем в компанию и становимся в одного, ждем команду парковаться. Остановился на красном. А, прикольно, чувак сделал. Да, я тоже не понял, зачем он это сделал. Чё? Павел какой-то, он там это держит полосу и режет очень сильно нас. Еще. А, ну это он был. Который на Мерседесе, а не на Мане. Еще одна попытка на обгон. Так, Коль, ты еще раз, короче, перезаходишь, да? Так, ух, Димон, опасно. Остановочка. Козел какой. Ой, ясно, кривой. Не завидую я его девушке. Впереди Т-образный перекресток. Проходим прямо. Это сказал. Сейчас попробуем взять одинаковые прицепы и в одной конторе взять одинаковый заказ. Мне кажется, просто все, кто в конвое... Это чё, нифига его там, ты видел, как его развернуло? Ты его протаранил. Так в смысле, это он меня протаранил? Я перестроился, пошел на обгон. Это говнище перестроилось в меня. Держитесь, правильно. Посмотри, там фура летает! Пхицеп подлетел. Там пхицеп подлетел. Они тут врезались, походу.